Понимаешь? Ну. А Саша тоже говорит на иврите? Да, конечно. Саша то же самое болтает, ерунду какую-нибудь то несет, и да. все. Но он вот, думает, что это на иврите. Ну, они думают, что они говорят на иврите. Вот это я узнаю. Значит, когда он начинает с ума сходить по ивриту, они же начинают сразу. Если бы он начал говорить по-русски, я бы не узнавал. Слышишь? Да. А мы же вчера были у Саши, а Саша начинает говорить на идиш. Ну, умрешь с ним. Умрешь. У Мишеньки же 8 числа был день рождения. Ой, я тебя поздравляю позавчера. Да. Так вот, мы вчера были там, покушали, ну, в 5 часов мы пошли там, поужинали. А потом, лишь в 9 часов, слышишь, да. Миша поехал в Герцлию. Там друзья собираются, там его... Вот он, Лайла. Да, слышишь? Его подружка с ним. Я звоню сегодня... Мне подружка не понравилась по фотографии. Слышишь? Да. Я звоню сегодня утром и говорю... Майя там. Я говорю, Майя, когда пришел Миша? Она говорит, я встала в 5 часов, его еще не было. Утро! Ты знаешь? Ну, а я говорю, а сейчас-то хоть он дома спит, говорит. В общем, поехали они к Жене.